В середине апреля мы приступили к монтажу фасадными панелями данного дома. И на это нам понадобилось 10 дней. Что мы сделали за 10 дней? Установили цокольные панели, фасадные панели, смонтировали водосточную систему и подшили свесы кровли. Какие нестандартные решения мы применили при монтаже цокольных панелей? Установили вот такую вот металлическую пластину, которая закрывает зазор между цокольными панелями и землей. Установили вот такой вот металлический G-профиль, который закрывает срезанную часть у цокольных панелей. Между отливом и цокольными панелями мы сделали специальный зазор 2 сантиметра для того, чтобы воздух мог зайти и попасть в вентилируемое пространство. Что касается обрамления окон, здесь мы применили специальную фасадную околооконную планку, обшили окно с трех сторон, а снизу установили вот такой вот металлический отлив. Вентиляция фасадов. Приток воздуха мы сделали, но для правильной вентиляции нужно сделать еще и выход воздуха. Поэтому между софитом и фасадными панелями мы сделали зазор, через который воздух будет выходить. Снизу у нас воздух заходит, проходит вверх по вентилируемому фасаду и выходит через верхний зазор. Таким образом у нас система вентилируемых фасадов работает правильно. Выступающие балки и лобовые доски мы стараемся обходить металлом, потому что это более практично и долговечно. Друзья, 180 квадратных метров за 10 дней. С вами была компания Руфер. До новых встреч!